Во Владимире ограничат движение всех видов транспорта в связи с праздничным крестным ходом в честь Сретения Боголюбской иконы Божьей Матери. Как сообщают в мэрии, перекроют следующие участки. 31 мая с 8 до 10 вечера улицу Добросельскую, на участке от Суздальского проспекта до пересечения с трассой М7 «Волга». Автотранспорт направят в объезд по Пекинке, Суздальскому проспекту, улицам Комиссарова и Егорова. 1 июня с 9 до 11 утра перекроют улицы Добросельская, Большая Нижегородская и Большая Московская. Автотранспорт будет направлен в объезд по улицам Гагарина, Луначарского, Горького и трассе М7 «Волга».